Многие из вас узнали эту песню. Это «Семья Божия», которую написали Билл и Глория Гейзер. Не так давно я думал о России, о матрешках, о Божьей семье и так далее. Я кое-что обнаружил. Позвольте мне рассказать вам об этом. Давайте-ка я перейду к столу и покажу вам. Хорошо, передо мной русская матрешка. Я бы хотел показать вам, как это все соотносится с Писанием. Я сейчас прочитаю вам Евангелие от Иоанна, 17 глава, начиная с 20 стиха. Иисус сказал: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня». Я надеюсь, что с помощью этой русской матрешки я смогу вам продемонстрировать библейское понимание, что такое Божья семья. Итак, вот эта самая маленькая матрешка. Давайте представим, что это вы еще задолго до того, как вы родились. Мы знаем, что вы были в чреве своей мамы, и это делает вас одним целым. Библия говорит нам, что когда мужчина и женщина вступают в брак, они становятся чем? Они становятся одной плотью. Одной плотью, да? Мы также знаем, что Библия говорит нам об Отце, Сыне и Духе. Иисус сказал, когда возносился на небеса, что Он пошлет Духа, который будет что? Который будет пребывать в вас. Итак, вы и Дух одно. И также из того, что мы с вами прочитали, мы узнали, что Дух и Сын, Иисус Христос, и Отец также одно. И вот именно в этом заключается концепция Бога. Он хочет быть одним целым с нами, и чтобы мы были едины с нашими семьями и нашими детьми. Добро пожаловать в Божью семью!